Добрый день, дорогие друзья, и в общем-то сегодня мы будем с вами играть в симулятор газы. Пока что это самая упоротая игра, в которую я играл в своей жизни, и... Ну это просто капец, это невозможно объяснить словами, в общем-то... Давайте-ка попробуем. Здесь нам дана здоровенная карта. Вот, и мы играем овцой. Давайте дадим ей имя для начала. Ее пускай будем звать мой Джинджер. Отлично. Что ж. Так. И еще одна. Оказывается, здесь не одна коза. Вы, наверное, видели, что происходит с ее головой. Итак. Я внутри. Я провалилась в средневековый замок. Провалился. О, господи, мы попали в замок овец. Сатанистский алтарь какой-то. Давайте накричим на них. Ладно. Окей. Дорогие друзья. Так. В игре есть рагдолл, в игре есть слоу-мо. Короче, тут всякого бреда полно. Давайте попробуем. Да. Так, вот это. Наверное. Окей. Ёлка, как сюда выбраться, я даже не представляю, между прочим. Давайте попробуем в окно. Кстати, вот сломо, а вот рагдолл. Так, 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 мы прыгнем с прямиком в окно. Окей, я теперь... господи, мы теперь... У нас появилась маска дьявола. Череп. Офигенски просто. Окей, батуты. Батуты в игре это одна из самых крутых вещей. После них можно рагдолить, прыгать, слоу-мо. Также в игре есть возможность цепляния языком различных предметов. Ну, например, вот сейчас прыгать. Запрыгнем на этот дом. Я надеюсь, это не слышит. Это ни черта не слышит, мы просто рухнули вниз. Окей, давайте попробуем прыгнуть туда без слоу-мо. Все-таки может быть не слышит. Ну ладно. Крепить велосипед. Люди в игре также просто брать и уничтожать, обладать этим языком, любые предметы вообще. Бегать, крошить, глушить, не знаю. Так, ну не люблю миссии на время, так что мы будем пробовать просто чертя. Вот он бассейн. Я правда не знаю, можно ли в него забраться. На него, да, можно залезть наверх. Кстати, у козы имеется способность лазать по деревьям. И, между прочим, мы сейчас коза сатанист. Как утверждает игра. Вот. Так, давайте. Щит. Давай. Давай, дружище. Нет, ни черта. Просто уходимся жестко. В кран, я не знаю. Она застряла. Ай, ну-ка вылезь отсюда. Молодец. Так. Друзья. Наверху я, кстати, заметил... Что? Нет, какой-то гусар стрел. Привет, дружище. Мой маме. Пойдем со мной. Парень нам понадобится. Это будет жертвоприношение для нашего замка. Кот сатанистов. Матрас твой напрыгнет, оказывается. Смотрите. Все. Идем наверх. Вообще. У нас
язык просто растянулся до невероятного размера. Так, ладно, будем без этого парня. Я так думаю. Отлично. Так. Взяли это баллон. Двинули его и... Никогда не получилось. Пофиг, выберемся из бассейна, короче. И пойдем в аквапарк. В игре можно играть за жирафа, это я тоже слышал, но я не имею даже представления, где его найти, даже не хотел гуглить, чтобы нам было интересно. Вот. Так, так, так. Давайте попрыгать, наверное. Вот сюда. Оно довольно забавно находится. Этого парня. Я коза-спасатель, сатанист. Так, не смогли, но этот чувак дышит, черт возьми. Вот теперь все, я тебя спасу, друг. Я спас его, да. Я молодец. А, так, окей. За него. Цепляйся, адская коза, сатанист. Давай, 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 давай. Стой. Вообще так не хотел. Давайте попробуем снести их с мячика. Нападение было похоже на ладно. Веселая компания играет, ну адская корова. Коза, коза нападает. Нам нужен крик, так. Что здесь есть машина, которая на поле дрифтует. Думаю, с ней можно сделать много забавных вещей. Ну что ж, поехали. So fucking amazing. Это жесть какая-то. Ну-ка. Thank you.
Взорвать, господи, да! Я понял, больше не буду пробовать. Так, поляна, поляна, вон какой-то комплекс. Обязан что сходить. Давай, давай. Ох, твою за ноги. Окей. Окей. Коровы, козы, собаки просто не сдаются. Твою за ноги. Давай. Вырезал твою семью. Мой баби. Под единственный звук, который мы слышим в этой игре. Выпрыгнем в любой криминальный бандит, вор. Все, ну вот и тут вся тачка. Пошло. И пойдем на ней смотреть. Так, 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 так. Вот еще. Я был. Цепляйся же! А, она не хочет цепляться, языком же нет. Yes! Да! Все, идем в комплекс этот фабричный. Давайте забьем гол. Как я понимаю, это тоже будет ачивмент. В общем, игра это просто огромная карта, с, где можно невероятно бесоебить и ну, по-хэппи сотворить. Да. По силе к чертям и по особо лазить нельзя, как я понимаю. Но вот, вот здесь, походу, можно и зайти. Да, мы внутри. Замечательно. Fuck the police! Окей. Так, все, вот этот ход. Ну и сейчас я вижу только узкие коридоры, по которым... Бежим и орём как... Корова, коза... Бирюза, сатана просто. Ага. Рагдолл скейт. То есть, давайте попробуем это. Это шедевр. Сатана хоук просто. Окей. Так. Yes! Мы пролетели в кольцо и... Все. Давай просто разнесем чертюк. Господи. Шикарно. Так. Басикл. Лиг басикл. Хэдбат. Можно ли сюда попасть? Походу нет. Хотя. Вон, вон дырка. Все вижу. Спокойно. Бывает. И, о, господи, нас видели. Так, так, я иду. Просто закидать ее мусором. Все. Хранили все, что можно было, я лечу. Обалдеть. Я думаю, об этом мы обязаны.
посмотрите на этот шедевр. Определенно нравится. Все, давай. Да, ошибись. А что если... Не падай. Ладно, мы упали. Я хочу достать эту золотую статуэтку. Но, походу, у нас ни черта не получится. Нас вообще выкинуло. За черту нахрен. Вот. В общем-то, мы сейчас в полной западне, потому что никуда идти нельзя, нас выкинуло за карту. С вами была Коза Сатанист. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Коза Сатанист. В общем-то, с вами была Коза Сатанист. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.